сейчас где? А я сейчас в Приозерске. 12 часов дня. Я еще не пил, не ел. Я сюда приехал за кофе. Небольшой населенный пункт прямо на Ладоге. Здесь где-то 15 тысяч жителей. И я, честно говоря, не здесь остаюсь, а я остаюсь прямо на Ладоге. Называется место «Самая Ладога». Это гостиница, небольшой гостиничный комплекс. Очень красивый. И мне посоветовали заехать на Ладогу. Я ни капли не сожалею. Вы все увидите. Красота просто... Я ехал из Питера в Выборг, рекомендую Выборг. Видео тоже у меня на канале есть, смотрите, европейский городок. Если вы оттуда едете, из Выборга 2 часа до этого места. Самая Ладога называется, прямо на Ладожском озере. Домики маленькие, у меня окна выходят прямо на Ладогу. Стоит 3000 рублей, есть кухонька, есть где поспать, есть кухонька, можно приготовить что-то, вся посуда, все есть. Там классные теплые номера, телек есть. Вот. Вы сейчас все сами увидите. Ладожское озеро – самое большое озеро в Европе, расположенное в Карелии и Ленинградской области, на северо-западе Европейской России, недалеко от границ с Финляндией. Озеро имеет около 660 островов общей площадью 435 квадратных километров. Большинство из них расположено недалеко от северо-западного побережья, где те самые знаменитые Валаамские острова и остров Канивец, а также один из крупнейших островов озера – Мансинсари, расположенный у северо-восточного побережья. Это огромное озеро. Размеры его сопоставимы с размерами моря, а его самый крупный остров Риекалансари по своим размерам превышает в два раза Тувалу, тихоокеанскую страну. Ну а кто-то приезжает сюда, чтобы взглянуть на тюленей. Да, говорят, они тут водятся. Озеро также известно тем, что вокруг него уже более 20 лет постоянно проводятся соревнования. Раллийные гонки Ладога Трофи. Маршрут составляет 1200 километров, 10% из которых особо сложные участки для преодоления. Вот такой, ребята, у меня однокомнатный дом, но в нем я не задерживаюсь, как и во всех предыдущих своих точках назначения. Что касается погоды, погода здесь постоянно меняется. Утром шел дождь, потом погода стала лучше, выглянуло солнышко, как раз вот я период поснимал, и сейчас у нас получается 2 часа дня, и опять идет дождь, ветер, все затянуло тучами. Шхеры – это архипелаг, который состоит из множества маленьких островов, которые разделяют узкие проливы, и каждый из этих островов имеет это загадочное название. Шхера. Ладожские шхеры нередко сравнивают с норвежскими фьордами, а само название шхеры происходит от норвежского «шхарь», что означает «скала в море». Когда вы отправляетесь в путешествие в Карелию, помните о том, что вы отправляетесь буквально на природу, потому что главные карельские достопримечательности – это не здания и не музеи, хотя частично и это тоже. Да, ребята, когда ездишь по нашей стране, удивляешься, сколько всего еще не видел и сколько всего еще не знаешь. Вот, к примеру, эта крепость. Крепость была построена в 1310 году новгородцами. И это не просто крепость, а это, ребята, было самое северо-западное поселение в России. И она строилась не просто так. Это оборонительная крепость. И прежде всего новгородцы ее строили, чтобы обороняться от набегов шведов. 1310 год.
Тогда она строилась деревянная. В одном из сражений она была полностью выжжена, и построек не осталось. И потом она реконструировалась кучу раз. Я посмотрел список войн, в которых она участвовала. Ну, там, я не знаю, сколько, несколько десятков войн за всю свою историю. Несколько десятков. Эта местность входит в Ленинградскую область, а уже тут рукой подать осталось, я не знаю, совсем чуть-чуть уже, и я в Карелии. Считается, что Шхеры возникли по причине ледниковой эрозии в части материка, затопленной морем, поэтому на поверхности видны только самые высокие участки суши в виде островов или скал. Озеро всегда имело какую-то особую мистическую славу, которая не ушла и по сей день. Местные жители еще с начала прошлого столетия нередко слышали странные звуки, которые шли из-под воды всего озера. У этого явления даже есть местное название – Барантиды. Ходили даже слухи, что здесь появляются НЛО и что здесь, возможно, целая подводная база пришельцев. А другие местные жители утверждают, что в озере водятся чудища. Верить или нет – и кому или чему – дело каждого, но то, что побывав здесь, вы ощутите атмосферу мистики и загадочности – это факт. Ребята из Приозерска, я уехал и направился в сторону Сартовалы, но у меня по пути есть один пункт, обязательный к просмотру. И это место называется Долина Водопадов. Собственно говоря, сюда я сейчас и еду. Находится он между Приозерском и Сартовалой, прям практически посередине. Это уже Карелия. Это уже Карелия. Я проехал вывеску Республика Карелия. Въехал, стоял пограничник, остановил меня, посмотрел. Все, и я благополучно поехал дальше. Так, ну что, ребятки, это лес, прям вот видите, у меня в округе. Тут стоит карта. Вот так, долина водопадов. Вот, я так понимаю, водопадики всякие разные. Маршрут, медведи, лоси, бобры. Я вот один тут, понимаете? Заплатил я 150 рублей за вход, ну чисто символично. Мне сказали, что весь маршрут занимает... километр, километр. В Монрепо не было ни указателя, ничего. Вначале входишь, куда идти, что идти. А здесь сразу же понятно. Кто-то, может, смотрит, скажет, ну и чё ты радуешься? Идёшь, блин, в лесу себе. Чё радоваться? В лесу идёшь, и всё. Чё особенного-то? Ребята, ну это лес, тут надо видеть. Я слышу шум воды. Значит, водопад где-то там.